4 февраля 2016 года ветерану органов внутренних дел майору милиции в отставке Амирбию Исуфовичу Карданову исполнилось 70 лет. С этим юбилеем Амирбия Исуфовича поздравили начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский, майор полиции Гишев Анзаур Казбекович, председатель первичной ветеранской организации МОМВД России Кашхабльский, подполковник милиции в отставке Нурби Масхудович Баруков и заместитель начальник следственного отдела МОМВД России Кашхабльский, подполковник юстиции Михаил Анатольевич Тарановский, которые вручили ему приветственный адрес от Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД по Республике Адыгея и от Следственного управления МВД по Республике Адыгея. Амирбий Исуфович Карданов состоит в ветеранской организации с ноября 1994 года по настоящее время. Находясь на пенсии, он более 5 лет возглавлял ветеранскую организацию Кашхабльского РУВД. Межмуниципальный отдел МВД России Кашхабльский благодарит юбиляра за годы добросовестной службы в рядах органов внутренних дел, а также за работу, проводимую им в настоящее время в качестве наставника молодых сотрудников, и желает долгих лет жизни, крепкого здоровья и семейного благополучия.